Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. У нас богатая и древняя история. И мы по праву ею гордимся. И в то же время Россия – молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только 20 лет. Для государства это не возраст. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Теперь и от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. Стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом!